Археологический сезон завершен на Чукотке. Из экспедиции вернулась группа ученых во главе с Кириллом Днепровским. Этот год в условиях пандемии коронавируса сильно повлиял на планы археологов. Тем не менее, всего за 3 недели им удалось собрать информацию о 5 памятниках и возобновить давно начатые раскопки древнего поселения. Сюжет Владимира Никитченко. Из очередной экспедиции вернулся Кирилл Днепровский. Известный ученый археологическими изысканиями занимается уже больше 40 лет. В нашем округе бывает часто. На сей раз в течение 3 недель он и его команда, состоящая из 4 человек, находились в Чукотском районе. Как и в прошлые годы, они проверяли памятники федерального значения. Буквально по крупицам на протяжении уже нескольких сезонов они собирают необходимую информацию. Обследованы 5 памятников. Ну, то есть ситуация такая, что они стоят на учете, но документации, так сказать, топографических планов, там, значит, современные фотофиксации с дрона сверху, от современного описания и мониторинга состояния памятников, ну, так сказать, нет, на многие памятники культуры, так сказать, археологии этого нет. Трудности создавала погода. Из-за сильного ветра было сложно добираться к месту работы, так как передвигались ученые в основном по воде, на лодках с морзверобоями. В этом году археологический сезон и начался поздно, и был непродолжительным. Причина – пандемия коронавируса. Тем не менее, за 3 недели, проведенные в Чукотском районе, команде Кирилла Днепровского удалось обследовать не только памятники. В этом году в ходе экспедиции были возобновлены раскопки уникального древнего поселения. Нами в этом году возобновлены раскопки поселения на Ледовитом побережье между Инчоуном и Нурмино, в месте впадения реки Чигитон, значит, в Ледовитый океан. Есть памятник, который называется Пепельгак. Я на нем работал последние 15 лет. Ну, правда, последние. Последние – это до 2015 года. Был перерыв. И в этом году удалось работы возобновить. На следующий сезон экспедиция планов еще не строит. Сейчас важно обобщить собранный материал. Кирилл Днепровский намерен продолжить активную работу по включению 3 памятников археологии в районе мыса Дежнева в мировой список ЮНЕСКО. Это непросто, так как в год в список включают лишь по объекту. Владимир Никитченко, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.